И здесь оставим. Все пошло? Да. Здесь оставим вот эти два сучка на следующий год, чтобы отсюда уже тянуть. Это уберем на следующий год полностью. И все. И поэтому вот эта проволока, она у меня как бы. Я ее не буду натягивать никогда. Один раз ее натяну, поэтому я хотел, чтобы она была прочной, чтобы не прогнила, не. Так, поэтому еще раз вы говорите, что вот это будете сейчас убирать, убираем, да? Да. Вот это полностью убираем, убирать. А одну оставляем, вот эту. И все, вот эту чистим, вот эту ставим. Вот. Где-то. Как этот принцип? Двуплечий гио. И сорт винограда какой? Каберне. Каберне у нас в основном только каберне, мерло, шардоне и рисинг. Четыре сорта. Так, это мы сейчас находимся на предприятии в Криничном Болградского района, на известном предприятии, которое в наше время всем винодельческим предприятиям нужно уметь делать три вещи. Это уметь вырастить виноград, уметь сделать вино, а самое главное, уметь его еще и продать. Вот сейчас мы узнаем этот секрет. В принципе, мы уже начали узнавать потихонечку эти секреты, как выращивать. На широте, кстати, Франции находимся сейчас. На широте Бордо. На широте Бордо. Вот. Так, что? Это вот эти тенгиты уже стоят 3 года. В принципе, ни по цинку тут все. Нареканий вообще нет, ни тут. Здесь. Довольно, этим довольны и будем. Будете вот надо... такую систему. Нам надо натянуть эту проволоку. Один промежуток один. С этого столба до того? Да. Может где-то почище. Давай почище.